Ведущие повара Сибири выяснят, кто лучше. Чемпионат по кулинарному искусству откроют в экспоцентре 10 апреля. Участники приготовят пиццу, вторые блюда и сладости. Свои товары представят и местные производители. Попробовать на выставке будет что, потому что местные товаропроизводители дают все пробовать. А что понравилось, можете купить. Но если кто-то вдруг сильно захочет попробовать изделия, которые сделают те же пиццаело, или ребята, которые будут в боксах делать рыбу, то я думаю, что мы не откажем. Кулинарный баттл устроят во время делового форума. В официальной части рестораторы, ательеры и шефы из разных регионов России расскажут, как развивать сферу общественного питания в больших городах и в районах области. А во время поединков продемонстрируют свое мастерство на практике. Для посетителей кулинарного конкурса и выставки вход свободный. После того, как эксперты закончат свою работу, готовые блюда можно будет попробовать всем. Будет ходить экспертная комиссия, которая будет смотреть, оценивать приготовленные эти блюда. Ну и, соответственно, по итогам, как комиссия проходит, то идет непосредственно настоящий пир и большая дегустация. Да, действительно, можно в один... Это все зависит от вашего физического состояния. Сможете ли вы все попробовать? Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!